Как же быть со слезами тех людей, которые несут деньги этим экстрасенсам в надежде на то, что они им помогут? Глупость. Они их обманывают. Глупость. Как? Если посмотреть внимательно программу «Битвы экстрасенсов», в каждой программе я говорю: не идите к экстрасенсам, не платите им деньги. Нормальный экстрасенс делает все бесплатно.